Ребята, всем привет! Наконец-то у нас праздник, открытие охоты. Так мы этого долго ждали. Все лето терпели, ружья смазывали, доставали из сейфа, смотрели, какое оно красивое, как бы с него стрельнуть бы поехать. И вот этот день настал, мы сегодня приехали стрелять по уткам. Вот солнышко уже встает, я со Степой, Рик и Чива где-то там бегает уже. Вредная собака, уже погрызла с Риком. Короче, 8 августа открытие охоты на водоплавающую дичь. Ну, не самые, как бы, перспективные для этого время угодья выбрали, но решили на родину поехать. Открыться, как говорится, там, как старые добрые времена. Посмотрим, получится добыть сегодня, я думаю, уток. Ну, возможно, немного, не как обычно. Но будем стараться, в общем, выполнить норму, а норма у нас без лимита путевки. Все, будем ходить сегодня по старичкам, потом, возможно, по канавам проедемся. Комары, бляха, не дают. Вот это вот, что на Украине, в Карпатах был потоп, то эта вся вода к нам же течет сюда, на Полесье. И у нас тут реки поразливались, комара навыводилась, и невозможно, бляха, ходить. Так они дают дрозда, эти комары, что капец. Вон даже вода есть. Няка. Тут утка сидела на яйцах весной. Ну, пяточек уток уже подняли. Правда, на речке. Не ожидали, что они там сидят. Ну, уже хорошо. Тяжело в пойме ходить, тут сейчас трава. По груди. Никого. Фу, это, конечно, капец. Комаров просто тьма. Не дают и шага ступить, чтоб от них не отмахнуться. Фу, закусали уже меня. Сейчас солнышко выйдет, конечно, их станет поменьше, но и ходить будет потяжелее. Фу! Я думаю, что мы добудем сегодня утку, а то и не одну. Просто пока не везет. А ты сбил? Сбил хоть одну? А, первую? Я вот. Вот она лежит одна. А вторая где-то там на берегу, наверное. Надо обойти. Ищи. Все, с полем. С полем. Вот и открытие состоялось. Ну давай, обходи тогда за своей уткой. Я пойду посмотрю, что там Чива. Ищи. Она нырнула, да? Под ранок надо было. Поищи там, поищи. Давай. Давай. Там. Ну, я стрельнул, видать, не добил. Ты знаешь, что сделай?
Возьми это, по камышу пройдись. Может, она в камыш заплыла. Вообще ее в ряске практически не видно, слушай. Чива, чива, чива. Идем. Чива. Тут. Вот одна, а вот вторая. Давай, принеси. Давай. Давай. Молодец. Ай, молодец, собака, молодец. Давай. Давай, молодец, ко мне. Молодец, принеси. Молодец. Молодец, такая собака. Молодец, все, брось. Фу. Все, лизень. Ну что, с полем вот первые трофеи добыли со Степы. Этого подранка не нашли. И вроде как бы падал на середину озера. Должно было быть видно, но нырнул и все. След его простыл. Чива что-то особо не хочет работать. Мы будем спишем это на начало сезона. Она еще, думаю, войдет в свой ритм. Ну вот так уже с полем, отлично. Солнце поднялось, блин. Стало очень жарко. Есть, Степа, есть. В камыше утка. Вперед. Чего? Вперед. Ищи. Давай. Не, она, если бы на крыле была, она бы уже улетела. Это, короче, малолетние утки, не будем их трогать. Да, Чива, погнали! Чива! Пошли. Смотри, сколько тут воды, тоже наплавано. В камыше будет торчать. Пробую ее выгнать. Чива! Давай там! Там еще. Давай, тут. О, поднялась. Хорош. Есть. Вот так это обойду. Сейчас по кругу попробую. Постой тогда тут. Сидит. Да чё ты долбей взлететь? Да? Конечно. Пойду чего выпущу. Я побоялся, что улетит. Там. Чива. Чива, на, иди ко мне. Ай, молодец. Ай, хорошая. Давай. Ну, твоя утка, твоя. Все, фу. Нормальная, да? Нормальная. Да ты, бляха, не дал ей взлететь. Не, нормально. Ну, я извиняюсь, я в следующий раз не буду так тупить. Кто любит, кстати? Почем, по клюву? По голове? Ну, и по голове, пока. А почем определился? Зеленый клюв. Зелененький такой, да? Так, ну что, второе утро, открытие. Вчера где-то 8:30 уже солнце подняло, стало, блин, невыносимо жарко. Комары, в общем, очень тяжело охотиться. Еще трава вот в груди почти везде. Не особо не походишь. Ну, как-то так, надо сейчас другие немножко условия для охоты подбирать. Там, по канавкам каким-нибудь ходить, которые уже убраны. Поля где. А мы тут пойму решили забуриться, короче, на 2 дня. Ну, это мы сами виноваты. Надо было другое место. Но зато утка ценнее, когда она потом и кровью добыта. Вчера вечером хотели еще на вечерку где-то постоять. Приехали, 10 минут постояли и поняли, что к
комары могут загрызть насмерть. И, короче, решили, что с утра походим, поохотимся. Очень плотно утка сидела, чего с камышей выгнала. Блин. Далековато, конечно, было. Еще и через дерево. Да, что-то я разучился стрелять, получается. Получается, уже 3 выстрела сегодня сделал. А трофея ни одного не добыл. Чива молодец, выгнала уток. А Степу чуть не убили комары на канале. Остановишься, умрешь. Говори. Выпьют сукровь. Остановишься, умрешь. Такая вот, в общем-то, вышла охота. Не слишком результативная. Тяжелая, с комарами, с жарой. На второй день уже Чива начала, ну, более-менее нормально работать. Вообще, та тех уток, что, которых я стрелял, она выгнала с камышей. Ну... Как-то так. Будем охотиться. В общем, сезон только начинается. Будем охотиться. Я думаю, еще наша самая лучшая охота только впереди. Думаю, я все, закончилась охота на сегодня. А вот с Димончиком и с Максом будем пробовать добывать утку. Вроде говорят, здесь летает, присутствует утка. Ну, сейчас проверим. Поэтому открытие продолжается. Мы с ним ехали столько. Хлеб, соль, дробь. Дробь, соль, блин, а они не пришли. Че еще сейчас подать? На подходе. О, о, утки. Да, пришли? Может, Чива звонит? Сколько? 3? Чего зачем когда гоняется там? Че, она словила одну. Все сюда подали в траву, Максим? Нашел ты одну? Клади ее, ё-моё. Чего ищи тут? Чего? Такое вот, ребятки, открытие. Комаров в этом году уродило, уток пока не очень. За 2 дня добыли пяточек. Но все самое интересное только впереди, поэтому оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде. Если нас не загрызут до смерти комары.